Приветствую вас, друзья! Добро пожаловать на канал Nemeta Projects. Меня по-прежнему зовут Владимир Гросс, и мы продолжаем изучать RPG Maker MZ. Сегодня у нас будет другой блок, не про NPC, а начнем блок про маппинг. Сегодня у нас Junior, базовый уровень маппинга, и мы немножечко поговорим о теории. Ну, как немножечко, сегодня будет много теории, будем говорить, и не так уж много делать. Итак, давайте начнем потихонечку вообще-то создавать карты, что-то с ними делать и обсуждать вопросики с этим связанные. Начать, наверное, стоит с того, что мы пойдем и возьмем-то сделаем какую-нибудь нашу карту. Разумеется, начнем вот здесь, внутри нашего проекта, в map 001, правой мышкой нажмем и начнем делать новую карту. Итак, что нам стоит учитывать, когда мы делаем свои первые карты, когда мы делаем в принципе свои карты? Это то, что огромные карты на самом деле не очень хороши. А что я подразумеваю под огромными картами? Например, вот такой вот лабиринт. Это максимальный размер допустимый для того, чтобы делать локации. То есть меньше можно, больше уже нельзя. Это локация 256 на 256 тайлов. Это очень большая локация, и сделать ее нормальной будет огромной проблемой. Особенно учитывая то, что мы здесь используем так называемый РТП, то есть базовый набор ресурсов, который идет вместе с нашим RPG-мейкером из коробки. Сделать локацию интересной такого размера, разнообразной и более-менее сложной, довольно проблематично, поэтому мы рекомендуем начинать с небольших карт и, в принципе, использовать не самые большие карты. Итак, сколько нужно сделать по размеру? На самом деле здесь есть несколько вариантов, в зависимости от того, что мы хотим получить. Но для внешних улиц, да, ну, например, там для какого-нибудь лесочка, для какой-нибудь городочка, лучше делать размер карты чуть больше, нежели ваше разрешение игры, чтобы примерно вся локация, но не совсем, попадала в область экрана. В моем случае это 1080p, то есть размер карты у меня 1920 на 1080 пикселей. И давайте попробуем сделать так. 1920 разделим на 48. Что мы получим? Получим 40. Это наша ширина. В принципе, эта ширина меня вполне устроит. Да? А 1080, соответственно, разделить на 48, получается 22,5, мы возьмем 23 в высоту. Это действительно достаточно большая локация, и я попробую на ее примере как раз-таки рассказать, как делать такого пространства карты, да, более-менее вменяемыми, особенно в начале вашего пути, когда у вас есть только РТП, то есть только базовые ресурсы. Кстати, это довольно распространенные, скажем так, тема для конкурсов, когда нам предлагают сделать игру, основанную только на базовых ресурсах нашего мейкера. Ну, какого бы вы не выбрали в итоге. Давайте назовем эту локацию Village. Ну, даже по-русски деревня. Пусть будет деревня, да. И здесь выберем экстерьер, то есть, ну, в общем-то, улицу, по сути, внешнее пространство. Что нам здесь еще можно, на что нужно обратить внимание? Панораму здесь, в принципе, нет особого смысла какую-либо ставить, но мы можем сделать, допустим, поставить, например, clouds, облака или blue sky. Но я бы лучше сделал что-нибудь такое, вроде бы горы. Да, вот горы будут смотреться ничего. Давайте обычные горы сделаем. Это, соответственно, изображение на фоне. Можно оставить галочку показать в редакторе, будет сразу видно, как это будет выглядеть. Отключать бег на локации я не вижу смысла. Это запрет бега, то есть при помощи нажатой клавиши Shift по дефолту или при настройке. Да, соответственно, но при настройке в опциях там есть всегда бегать, поэтому, как бы, в общем-то, нет смысла принудительно выключать бег. Это не самое лучшее решение, в принципе. Автозапуск BGM и BGS мы оставим без какого-либо изменения. То есть это фоновые звуки, фоновая музыка. Мы пока этого касаться не будем.
Прокрутку оставляем без прокрутки, нам не нужно зацикливать, да, то есть если мы хотим сымитировать бесконечную локацию, то мы можем зациклить по одной из сторон или в обеих плоскостях, да. Здесь ничего не будем. Указать фон битвы можно было бы, но не имеет смысла, потому что у нас битва в этом городе на текущий момент, в этой деревеньке, да, не предусмотрена будет. А отображаемое название давайте напишем какое-нибудь название. Пусть это будет, ну не знаю, Партейн. Не знаю. Вот так. И здесь есть примечание. Здесь можно прописывать различные функции плагинов, различные скрипты и прочие вещи. Но это уже совсем другой уровень. Также есть возможность добавить столкновения. Те самые случайные столкновения, которые будут происходить каждые сколько-то шагов. Но я не считаю это, в принципе, хорошим решением для игр в целом и тем более для городов. Ну, в городах никаких случайных столкновений быть, по идее, не должно. Ну что, давайте нажмем ОК и посмотрим, что у нас получилось. Вот такая большая получилась локация. Вот так выглядит наш бэкграунд. Ну, в принципе, он симпатичный, но нужен ли он? Большой-большой вопрос. Но давайте начнем делать. Переходим в режим работы с картой, и здесь у нас по стандарту есть какие-то различные тайлы, которые мы можем, соответственно, использовать. В РТП их довольно мало, и РТП RPG Maker MZ не очень симпатичные. Поэтому, если вы хотите расширить, подписывайтесь не только на канал, но и на Boosty Patreon. Там в режиме платного контента будут выходить расширенные и объединенные версии тайлсетов для RPG Maker MV и MZ, то есть они будут объединены и расширены. И они будут выходить платно, но как только будет готов один тайлсет, мы его выкладываем на платную основу, через какое-то время, когда будет готов второй тайлсет, мы первый делаем бесплатным, а второй все еще будет доступен платным. То есть, ну, как бы, таким образом вы сможете получить кучу ресурсов, которые впоследствии можно будет использовать совершенно законно и без особых проблем. Но давайте приступать. Вот у нас тут есть какие-то тайлы, где можно вообще настроить тайлсеты. Об этом, конечно, будем говорить позже, но пока покажу вот здесь. Вот они есть у нас тут какие-то, да, здесь у нас есть какие-то картиночки, какие-то крестики, нолики. Об этом будем говорить уже потом, сейчас по ходу дела, да. Сейчас мы этого касаться пока не будем. Давайте начинать. С чего стоит начать? Разумеется, с задания, задавания, да, заднего фона, то есть земли, воды и чего-нибудь такого, что является первым слоем. В RPG Maker MV и в предыдущих не было такого инструмента, как слои. Сейчас у нас есть. Вот они, 4 штуки. Здесь у нас есть, когда игра, ну, игра, редактор сам пытается понять, на какой тайл, на какую мы ставим ступеньку, или мы можем выбрать вот отдельно. Разумеется, с самого нижнего слоя мы и начинаем. Это заметно будет, если вы в авторежиме попробуете использовать, например, вот эти вот горы, где есть прозрачные участки, они будут создавать дыру в автоматическом режиме, поэтому подобные вещи лучше, конечно же, делать в ручном режиме. Переходим на самый нижний слой и берем сразу заливку, не будем терять особо времени, и сразу зальем все пространство травой. Стандартной травой, далее перейдем на квадрат, на карандаш-квадрат, и, соответственно, начнем что-то делать. К сожалению, здесь нет возможности увеличивать размер кисти, но мы можем сделать так. Например, нам нужна вода. Вот мы взяли воду, мы сделали вот так вот, то есть сделали 4, объединили тайла, после чего мы можем второй мышкой выделить эти 4 тайла, и теперь наш размер кисти становится, соответственно, больше. В принципе, давайте немножко о теории поговорим, как вообще строились деревни, города в условном средневековье, о котором чаще всего идет речь в подобных проектах, в проектах фэнтезийного жанра. Есть какой-то водоем или источник воды, потому что без воды, как питьевой, так и, скажем так, хозяйственной, ничего сделать не получится. К тому же вода — это удобный способ переплавлять различные ресурсы, гораздо проще, чем тащить их по земле. Это и возможность ловить рыбу, получать какие-то другие ресурсы, ловить тот же сплав дерева, то есть можно скидывать, да, там какой-то валежник туда с устья, да, в устье скидывать. Ну, короче говоря, река — это очень мощный инструмент. Опять же, можно же сделать какую-нибудь водяную мельницу,
и получить огромное количество бесплатной силы. В общем, мы, значит, должны нарисовать какой-то водоем. Мы можем его просто обозначить, ну, скажем, вот таким вот образом. Мы обозначим, что у нас здесь идет река, да, и вот где-то в этой реке, где-то в этом пространстве мы, соответственно, создали городочек, деревеньку и вот это все. Что здесь я рекомендую, на что обращать внимание? На обычную природу. Дело в том, что природа не очень любит симметрию. Точнее, конечно, многие виды постепенно, да, приходят к симметрии. Но это касается живых организмов. Условно. И очень редко это касается некоторых массивов, то есть это земли, воды и всего прочего, там немножко другие законы. И там поймать симметричное что-то, квадратное, круглое, довольно проблематично. Это довольно редкие явления, и есть и круглые озера, прям круглые идеальные, и озера внутри озер и так далее и тому подобное. Все очень красиво есть, и круглые ровные скалы тоже бывают, но это скорее исключение. Поэтому мы должны сделать некоторую такую форму реки, которая не будет банальной. То есть прям ровной, идеальной и все такое. Мы должны сделать какие-то небольшие болотца, какие-то небольшие отливы, что-то такое, чтобы речка была, как бы, ну, скажем, такая извилистая, с островками, с какими-то такими вещами, для того, чтобы, соответственно, выглядеть более естественной. Ну, что-то вот неровное такое, да, мы потом еще, может быть, что-то подкорректируем. И вот мы на первом уровне все это дело рисуем, переходим на уровень номер 2. Видите, сразу стало полупрозрачным наш первый уровень, и все остальные тоже. Но что касается дальнейшего развития, да, как, в принципе, упростить себе жизнь и сделать переходы между локациями более контролируемыми, Господи, какое сложное слово. И, соответственно, больше и точнее направлять игрока в движение между локациями, тем самым упростить себе работу с перемещением. Потому что если мы оставим возможность проходить вообще везде, придется использовать какой-нибудь, например, регион, и это не всегда будет выглядеть органичнее. Куда более органично сделать набор проходимых зон, и, соответственно, они уже будут перемещать нас на другую локацию. Есть несколько вариантов, как можно ограничить пространство таким образом, чтобы игрок не мог туда проходить, и это было понятно и, как бы, объективно, визуально все было ясно. Это горы и высокие деревья, вода и какие-то небольшие деревья. Мы же возьмем, давайте, горы. Вот уголочек, вот здесь сделаем небольшой гор. Тоже, да, для того, чтобы понятно было, что мы все-таки тут как-то куда-то, что-то чего-то, правильно? И будем делать вот таким образом. Все вручную сделаем, потому что вручную получается обычно лучше. Таким вот образом мы сделали. Далее мы берем вот эти вот маленькие. Давайте я даже приближу, быть может, этот кусок, чтобы было более видно, чем я там занимаюсь. Я вот эти маленькие уголочки подкрашиваю, да? Вот видите, вот эти уголочки. Давайте я сразу вам покажу, если мы перейдем в режим все слои сразу. Во-первых, он для просмотра финальной работы нужен. И давайте попробуем те же самые горы взять и нарисовать в режиме вот всех слоев. Видите, что происходит? Он делает вот эти вот прозрачные уголки прозрачными, заменяя ими собой под, ну, лежащую под с этим слоем, да, как бы траву. То есть он делает траву прозрачной. В МВ такого практически не было. На самом деле здесь есть зоны на тайлсете, вот эти вот, которые все нормально в этом плане делают, не заменяют собой. То есть это есть тонкости, о них поговорим потом. Ну, сейчас нужно понять, что вот если мы в общем режиме делаем то же самое, мы получаем некорректное отображение прозрачности. И поэтому мы обратно переходим на второй слой. Что нам еще теперь здесь на втором слое нужно? Осталось взять вот этот вот элементик и залить наши горы. И вот у нас уже получается какое-то пространство ограждено. Но наша деревня, она, как всегда, в фэнтези, в каком-то лесу. Мы возьмем еще немножко воды, возможно. Да, давайте сделаем, перейдем на первый слой, возьмем немножко воды. Вот здесь небольшое такое озерцо сделаем. Ну, пусть будет вот такое, да, вот так вот.
Вот, вот такое озерцо. Перейдем на второй слой и возьмем вот эти самые огромные деревья. Почему именно на втором слое? Давайте я приближу и покажу, и расскажу поподробнее, почему именно таким образом. Видите, у нас здесь получается, что вода как бы уходит под крону деревьев. И мы видим этот уголочек берега. Если мы перейдем в режим просто, да, автоматически, и нарисуем то же самое, видите, он нам еще и землю под ними подрисует, и тем самым не получится вот этого вот переходного эффекта. Поэтому мы работаем со вторым слоем в случае деревьев. Потому что так будет гораздо симпатичнее. И можно еще здесь вот так тоже сделать. А какие-то деревья растут. Вот мы ограничили почти полностью нижнее пространство. Теперь сюда наш герой не сможет уходить. Оставим вот здесь проход, и тогда еще можно будет пройти здесь. А чтобы здесь не было прохода, и это выглядело логично, мы пойдем в другое место. Другое место под названием Би. Пространство B, C, то есть это тайл сета, да? А что подразумевается под A, B, C, там D и E еще возможно? А это как раз таки различные, скажем так, базовые объекты. Земля, горы, какие-то вот эти непроходимые леса, здания, дороги. В общем, все, что касается, скажем так, фундаментальных объектов. То есть то, что является неким серьезным таким объектом, который как бы капитальный. Ну и давайте перед тем, как мы начнем использовать вот эти B, C, D, E группу тайлов, которые предполагают в себе объекты, мы, соответственно, дорисуем какую-нибудь дорогу. Дорога уже может быть гораздо более ровной, потому что люди симметрию как раз-таки любят. Симметрия — это удобно. Нарисуем так. Второй мышкой ткнем на вот здесь где-нибудь и вот выровняем, да. Возьмем еще сюда. Пусть здесь будет какой-то домик, который нас будет встречать. И возьмем еще здесь. Будет какая-нибудь сторожевая башня или что-нибудь такое, что тоже будет здесь нас встречать. И, собственно говоря, вот мы набросали нашу землю. То есть тень пространства, по которым мы можем ходить, по которым мы можем двигаться и которые являются базой. Далее мы можем перейти к созданию домиков. И вот здесь у нас набор стен, набор условных потолков, крыш. И давайте сделаем что-нибудь простенькое, но будем комбинировать стены из пространства под А тайлами и с С и Б. Почему с С? Потому что здесь более интересная крыша. И из Б, потому что можно будет сделать дверные проемы и, соответственно, все остальное. Поэтому просто возьмем стандартные деревянные истории. Возьмем вот этот вот автотайл. Мне он больше всего нравится. Такой, да, для вышки. Вот сделаем трехтайловую вышку, у которой еще будет какое-то там, какое-то пространство, которое будет, соответственно, нам в виде башни, крыши и всего остального. И возьмем другую для красоты доску. Да, вот, например, сделаем вот так. Что здесь не симпатично? Сразу можно понять, да, почему здесь не симпатично. Это все рисуется на одном слое, на первом, видите? И под него заходит дорога. Но дорога бы желательно, чтобы заходила прямо вот так, да? И вот мы делаем через Shift дорогу. И она как бы... Так, сейчас, оп. Видите, доходит прямо-прямо до тайла. Давайте я приближу поближе, чтобы вам было более понятно. Видите, если мы просто без шифта делаем дорогу, да, вот прямую, она не доходит до границ, ну, до границ стены. Если мы нажмем через shift, ой, прикол, вот, через shift нажмем, оно как бы, ну, вот, дойдет вплоть до стены. Нам это и нужно. Чтобы, ну, как бы, чтобы дорога не прерывалась, а доходила прямо до стены. Сделаем одноэтажный домик. Но одноэтажный домик — это скучно, да? Видите, у нас тут тоже есть моментик, когда некрасиво смотрится край. И это как раз-таки связано с тем, что у нас автотайлы есть, которые как бы вот так вот выглядят. Видите, вот эта вот полосочка. К сожалению, никакие...
штуки, да, не позволят нам от этого избавиться в таком пространстве. Но это и не страшно, это и не важно. В нашем случае все это, в принципе, нормально. Мы пойдем сюда, теперь в С, и сделаем крышу. Ну, стандартную крышу. Видите, опять, из-за того, что мы на том же самом слое, прозрачность делается прозрачностью. Поэтому мы перейдем на другой слой, на второй. И крышу будем делать со второго слоя. И вот теперь у нас есть некий домик двухэтажно-одноэтажный. И это уже совсем-совсем другая история. Мы возьмем здесь вот эту штучку. Вот так вот сделаем. Так, только мы опять тут потеряли землю. И через Shift. Так, вернулись в общий просмотр. Все нормально. Вообще, BCDE категории, он в автоматическом режиме довольно правильно определяет. Иногда нужно, чтобы мы сами определили, да? Но вот обычно он справляется самостоятельно неплохо, но давайте в ручном режиме поработаем. К сожалению, красивых труб практически нет. Да, вот видите, мы на втором слое, да, работали. Теперь нам нужно перейти будет на третий слой. Либо перейти в авторежим, и тогда он сам сообразит, что здесь нужно сделать вот так. Но мы пока поработаем на втором слое и добавим окна. Потому что у нас на первом слое есть куда добавлять окна. Возьмем какие-нибудь такие вот стандартные окошки, маленькие, да. Вот сюда окошко поставим с травой, чтобы симпатичнее было. Сюда окошко поставим. И маленькое окошко поставим вот сюда, только здесь уже нужно перейти на третий слой, соответственно. Вот здесь маленькое окошко поставим, вернемся на второй. Мы можем это делать в автоматическом режиме, понятное дело, и это будет тоже неплохо, но лучше привыкать работать в режиме ручном, назовем это таким образом, да, в ручном режиме. Почему? Потому что вы так реже будете допускать ошибки, переделывать что-то, вы сразу будете привыкать работать в таком режиме, и это будет очень даже полезно. Вот у нас есть что-то, да? Мы можем еще сюда крышу вернуть, правильно? Мы же еще здесь крышу не поставили. Давайте возьмем вот этот тайл, вот этот тайл, вот этот тайл и вот этот тайл. И возьмем еще вот такие вот окошки, окошки-бойницы, да? Сделаем вот так вот. Ну, типа, что оттуда можно подглядывать. Что еще мы можем на второй слой поместить? На второй слой я рекомендую помещать всякую траву. Насчет травы. Давайте поговорим об этом. В реальности, если вы посмотрите, кругом растет какая-то трава, которая, ну, не является газоном. Это сейчас во многих местах, действительно, в городах для благоустройства используют газоны, их стригут, они всегда ровные, но в реальности, в какой-нибудь деревне, тем более в те времена, подобным никто не занимался. Трава была, ее притаптывали, приминали, но там и тут какой-то кустик, какая-то более высокая трава, где-то какой-то цветочек растет, да, то есть что-то такое, что не является газоном. Вообще газон появился на самом деле не так давно. И мы, в принципе, да, на втором слое должны как раз-таки этих вещей и накидать. Просто случайным образом берем, вот видите, у нас несколько вариантов травы всякой, берем и случайным образом раскидываем по пространству. Да? Почему во втором, на втором уровне? Да потому что тогда, когда мы будем добавлять различные деревья, они будут идти поверх, и они будут органично смотреться. Вот мы накидали сюда, сюда, просто довольно плотно, довольно много нужно накидать всяких кусточков, всяких вот травиночек, потому что в реале их тоже много, постоянно, какой-нибудь подорожник где-то растет, где-то какие-то одуванчики прорываются, да, что-то такое, где-то крапива выросла, и это тоже важно делать, это важно вот таким образом накидывать, делает эту локацию вашу гораздо более живой и натуральной. Можно где-то накинуть камешков. Потому что, ну, камешки тоже бывают, правильно, правильно, они где угодно могут вырасти. И, конечно же, каких-то рандомных цветочков, потому что цветочки тоже любят расти. Пчелки у нас любят цветочки, и все друг другу помогают в этом плане. Накидываем просто рандомно, рандомно, потому что природа не выбирает, где ей вырастить цветы, да. Там, получается, куда упала семечко, туда она и упала, где проросла, там и проросла. Поэтому мы не стесняемся накидывать совершенно случайно. По всему пространству каких-то цветочков, чего-то такого, вот этого вот всего. Вот мы накидали, вернулись в просмотр,
во все слои посмотрели, ага, все, вот смотрится. Теперь мы можем в третий режим перейти и начать сажать деревья. Собственно, мы можем то же самое делать и в авторежиме. Он вполне неплохо справляется с тем, чтобы понимать, что где должно быть. И давайте поговорим о деревьях. Да, у нас есть вот такой вот замечательный тайл, когда мы можем группировать большое количество деревьев, да, создавая такие прям плотные массивы. Но это, во-первых, смотрится не очень хорошо, и, во-вторых, выглядит, как бы, скажем так, сильно искусственно. Поэтому я рекомендую всегда ставить одиночные деревья. Да, у этого есть некоторые ограничения, потому что друг на друга могут быть наложены только два тайла группы B, C, D, E. То есть нельзя просто взять и три тайла друг на друга наложить. Поэтому придется некоторые ограничения делать, да? То есть если мы делаем вот как здесь, дерево на дерево, здесь вот в этом квадратике у нас уже что-то еще добавить будет сложно. Ну, допустим, добавим, давай без разницы что, попробуем сюда траву сверху положить, видите? И он нижний тайл заменит собой. Да, это есть некоторые ограничения, но зато мы можем более-менее органично вот эти самые деревья высаживать. Ну и в авторежиме давайте деревья посадим, потому что в авторежиме они, в принципе, неплохо справляются. Мы опять же делаем... Деревья сажаем где-то на границе, да, нашего пространства, входа, для того, чтобы ограничить те самые возможности наших героев где-то там во что-то уйти, куда нам не хотелось бы. Здесь то же самое делаем примерно. То есть вот таким образом, да, ограничиваем, определяем, что здесь у нас есть деревья, что они растут, что они не просто так тут. Вот здесь мы оставим проход, как мы условились, да, и давайте вот здесь что-нибудь посадим. По поводу деревьев. Деревья на самом деле растут весьма и весьма плотно. И если вы пойдете на природу, куда-нибудь в лесочек, куда-нибудь в некоторое подобное место, там вы заметите, что деревья растут довольно, ну, активно. Их довольно много, они как бы плотно растут. И в реальности это происходит так. А так как у нас более-менее средневековая фэнтези, то есть что-то из той эпохи, когда еще не высаживалось деревья, скажем так, именно по плану, они просто росли как росли чаще всего, то и в городах чаще всего, в деревнях деревья тоже росли примерно таким образом. Единственное, что, понятное дело, на полях, на каких-то там площадях все вырубалось под ноль и, соответственно, делалось таким образом, чтобы все было, скажем так, свободно от деревьев. Но в местах, где не было каких-то построек, где не было ничего, там всегда все растет достаточно плотно. И мы примерно то же самое попробуем воспроизвести. Что еще касается деревень, городов и всего остального в прошлом. Есть, скажем, такой формат хуторов, но он появился, так скажем, не то чтобы сразу. Формат хуторов подразумевает, что у вас большая земля и мало построек. Но деревни и города — это очень плотная застройка. Вы можете посмотреть планы там, каких-нибудь средневековых деревень и городов и увидеть, что условных 20 домов чуть ли не друг на друге стоят. И это обусловлено самым банальным — логистикой. Потому что чем меньше расстояние, тем меньше вам нужно друг от друга ходить, тем лучше вам и проще обороняться, тем легче вам обогревать пространство, тем удобнее вам взаимодействовать и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому мы сейчас здесь тоже добавим всяких разных зданий. Вот в этой области. Понятное дело, что это отшиб, это как раз-таки деревенька, скажем, будет основная дальше по дороге, да, а здесь у нас такое пространство, которое мы, соответственно, скажем так, делаем, ну, неким подобием форпоста, да, встречного такого, где мы встречаем наших потенциальных друзей, врагов и так далее. Сделаем здесь небольшие сарайчики, ну, что-то такое, да, скажем так, технические постройки. Подразумевается, что это, конечно, не плоская крыша, но других у нас нет. Здесь тоже сделаем небольшой срубчик, да, вот так вот. Ну, пусть он будет пошире, пусть это что-то будет похожее на хлев или что-то такое. Сделаем небольшой забор, который будет тут стоять таким образом, да? Зачем нам заборы? Почему вообще нужны заборы? Потому что, возможно, здесь будет какая-нибудь курочка, ряба или что-нибудь такое. И, естественно, их лучше держать в загоне. Поставим здесь вот такие козлы. И, в общем-то, вот здесь можно будет поселить курочку. Мы ее тоже поселим. Это тоже важный элемент, потому что, ну,
хозяйство, оно и есть хозяйство. Мы также можем позволить себе, так как мы где-то рядом с большими массивами леса, то есть у нас дровяных, условно, ресурсов, то есть древесных, да, там, пусть это доска, пусть это бревно, много мы можем позволить себе и побольше заборов. Чем хороши заборы с точки зрения, да, вообще, как бы, ну, логики? Тем, что они позволяют оградить ваш дом. Логично. Ваше пространство и позволяют вам, соответственно, как-то организовать участок. Что, в свою очередь, способствует, например, более удачной защите своего участка, своего какого-то двора, то есть это имеется в виду животных и всего прочего. Мы здесь для того, чтобы сделать это более живым, сделаем выгребную яму, да, какую-то, какие-то камушки вот здесь сделаем, да, тут у нас будут курицы, поэтому давайте мы сначала вот здесь вот так вот нарисуем, да, а потом положим камешки сверху. Видите, в авторежиме тоже можно работать. Но теперь, если мы пойдем смотреть по уровням, может оказаться, что на втором уровне не совсем то, что мы хотели, чтобы там было. Да, например, вот как бы на четвертом вообще вот тут, да. Но в авторежиме, в принципе, работать можно. В ручном, конечно, это более тщательно можно подбирать. Разумеется, мы здесь в курятнике сделаем решетку, просто чтобы туда попадал какой-то свет. Здесь, в сарае, нам абсолютно не нужен никакой свет, потому что это ни к чему, в принципе. Здесь мы посадим какое-то дерево. Да, вот плотная застройка, плотная. Хозяйские, хозяйственные постройки тоже очень важны. Всякие сарайчики и все остальное, это, скажем так, краеугольный камень любого поселения, любой деревенской, хуторской истории. Хлев, курятник, крольчатник, белятник, неважно. И дровница, что-то похожее на мастерскую, это обычно, да, рядом или внутри дома. Но когда есть ресурсы, когда есть возможность, разумеется, всегда строятся различные технические помещения. И вот у нас здесь отдельно, да, ну, все-таки гигиена существует. Понятия о гигиене, конечно, тогда были крайне условными, но она все равно существует. И люди тоже не дураки, понимали, что гадить там, где живешь, не очень хорошая история. Поэтому мы не стесняемся и делаем различные отдельные помещения, да. Можем еще здесь вот такие камни положить, как будто бы здесь можно подойти куда-то что-то. И для красоты мы перейдем в режим ивентов, то есть событий, да. И вот здесь поставим какую-нибудь курочку, которая будет бегать. Бэби чикенов поставим. Почему бы и нет? Давайте желтенького цыпленочка сделаем, да. У него будет совершенно случайный маршрут. Самая высокая частота, скорость пусть будет нормальная. И вот он будет ходить, что-то делать, какие-то дела делать. Применим, нажмем ОК. Единственное, что я бы назвал это чикен. Ну или даже не чикен, а чик. Маленькая курочка, да, чтобы мы знали, что у нас за ивент и зачем он нужен. Чтобы в будущем, соответственно, не париться. Вот у нас тут две курочки, три. Они будут что-то бегать, кукарекать. О кукареканье мы потом тоже поговорим, потому что это уже будет middle уровень маппинга, а может даже senior. Но на джуниоре нам хватит и вот этого. Базы. Основной базы, да? Вот у нас пространство такое появилось. Смотрится это довольно живенько. Многие могут сказать, что слишком заморочено. Но, тем не менее, именно такой маппинг делает вашу игру более-более живой. Если вы смотрели, да, наши уроки про NPC, вы прекрасно помните, что надо бы делать всякое интересное. Кстати, возвращаясь к NPC, почему бы нам не добавить рыбу, которая будет плавать в воде? Давайте мы просто возьмем рыбу, скопируем ее, и здесь, в нашей деревне, в воде вставим. Пойдем снова сюда, немножко повторим пройденный материал. Посмотрим, что у нас здесь проходимо. Анимация шага на одном уровне, кнопка действия, это все понятно. Наш маршрут. И посмотрим, что у нас здесь регион под номером 10. Да, является тем самым регионом. Если вы не смотрели уроки из блока про NPC, рекомендую вам их посмотреть, потому что тогда вы такую рыбку сможете здесь поставить. Нажмем ОК, ОК, ОК. Перейдем в режим редактирования регионов. И 10-м регионом обозначим для рыбы пространство, в котором оно может, эта рыба, плавать. Единственное, что мы ее сделаем помедленнее.
нормальную сделаем. Вот такая вот история. У нас будет рыба, которая будет плавать. Это тоже очень важно. Так, фиш. Да, фиш 2. Окей, все. Возвращаемся в режим маппинга и продолжаем заполнять наше пространство. Хорошая деревенька. У нас тут есть курочки, да, какие-то. У нас тут можно было бы даже добавить петуха побольше, посерьезнее, но не будем. Люди любят украшать участки. Это однозначно, они любят это делать, но тут очень маленький участок, да, здесь нечего украшать. Но дело в том, что часто недалеко от вашего дома есть какое-то небольшое пространство. Пространство, которое можно было бы обозначить как полянка, как огород. Тут у нас предполагается какой-то секретный проход, поэтому нет смысла здесь делать. А вот здесь, рядом с водой, можно сделать, чтобы воду далеко таскать не приходилось, какое-то небольшое пространство, да, в котором будет что-то там расти. И вот мы здесь сделали небольшую полянку, и давайте здесь посадим морковку или что-нибудь такое. Но дело в том, что просто взять и замапить морковку, да, можно. Вот таким образом, допустим. Но тогда мы не сможем никак с ней взаимодействовать. Она всегда будет на этом месте, и это будет смотреться не очень органично. С одной стороны, этого вполне достаточно. Обычно более чем. Но мы предполагаем, что в следующих курсах, в следующем блоке будем создавать различные квестики. И тогда нам эта морковка уже пригодится для других целей. Для того, чтобы понять, как создавать квесты, как создавать некоторый интерактив на карте. Это тоже очень важный элемент маппинга. Поэтому мы перейдем в режим событий и создадим морковку при помощи событий. Здесь оставим над одном уровне с персонажем. Нам не важно, что у нас тут вот это вот все. Мы берем здесь. И здесь есть возможность из тайлсета B или C, там если D и E тоже есть, их тоже можно, по-моему, будет использовать, взять морковку. И вот у нас теперь она в таком варианте. В варианте... Давайте я напишу carrot. В варианте события. Почему так правильно? Потому что теперь мы можем... В будущем сделать, например, ей какой-то график, когда она созревает, ее собирают, она исчезает, там, да, раз в какие-то условные 3-4 дня. Но это уже касается механик. Сейчас нас это интересует только с точки зрения маппинга. Вот у нас есть морковь, вот, скажем так, вот посаженная. В будущем мы ее будем собирать. Потрясающая функция, я уже говорил об этом в прошлых уроках, что теперь все наши ивенты, все наши события на карте вот здесь отображаются слева в режиме ивентов. Это потрясающе удобно, потому что мы сразу видим, что у нас здесь морковки, да, или что-то такое, или там какие-нибудь курочки, да, то есть те объекты, которые нас никак не тревожат с точки зрения взаимодействие. То есть вот они есть, мы их сразу можем найти. Это потрясающая история. Возвращаемся в режим маппинга. Вот такое вот, соответственно, морковка. Да? Почему бы нам не поставить здесь ведро с водой? Логично же предположить, что для того, чтобы поливать морковку, нам, ну, предположим, понадобится ведро с водой. Пугало тоже будет, ну, не лишним. Пусть оно вот здесь вот стоит посерединке, да, чтобы оно нам не мешало ходить, собирать морковку. И, разумеется, мы, конечно же, так как у нас ресурсов в деревне в нашей много, нам повезло, у нас куча дерева кругом, мы тоже сделаем забор. Да, вот так вот оградим забором наш огород. Именно поэтому, кстати, огород называется огородом. Но мы можем сделать что теперь? Вот здесь... Да, освободить пространство, чтобы потенциально можно было бы, как бы, по логике вещей тоже подойти не только с этой стороны, но и с этой стороны. И казалось бы, зачем тогда нам вообще вот здесь проход? Правильно, незачем, давайте мы его закроем. Но тогда нам нужно пересадить нашу морковку, чтобы она нам не мешала, и пересадить наше пугало. И вот здесь логично будет убрать, чтобы можно было удобно подходить к воде. И вот так вот сделать. Оп. Ну, здесь, наверное, не будем. Тут не так типа натоптано. Вот что-то такое сделаем. Какой-то мостик нужно обязательно добавить в воду, потому как, ну, ты же не будешь заходить, скажем так, в воду условно прям по колено, да? Мы можем сделать какой-то маленький мостик.
Ну, что-то вот такое. Просто маленький мостик в воду, чтобы как бы можно было набирать здесь воды, что логично. Далее, что мы еще здесь можем сделать? Вернуться в режим событий, перенести наши морковочки. Теперь они вот таким образом стоят, правильно? И, вернувшись, опять сюда поставить здесь рядышком пугало. Вот это уже выглядит как некоторые объекты, которые, в принципе, да, смотрятся вполне логично и, ну, рационально, что ли. Это похоже на реальный городок, на реальное поселение, на реальный хуторочек, на реальную какую-то деревенскую историю, потому что, как бы, хороший маппинг, он и заключается в том, чтобы сделать его интересным, насыщенным, плотным, чтобы было много всего, чтобы было много объектов, чтобы они все гармонично смотрелись, и так далее, и так далее, и так далее. Разумеется, нам нужно добавить трубу, потому что, ну, у нас должна быть какая-то печь. Мне очень не нравятся МЗ-шные трубы. Они есть только в таком вот варианте, и другого не предусмотрено. Это очень плохо. Ну, как бы, что есть, то есть. Что еще, разумеется, мы должны сделать? У нас есть, видите, мы могли кинуть какие-то дрова, но нам в этом нет смысла, потому что у нас есть условная дровница, вот условное какое-то техническое помещение. Поэтому дрова мы сюда пихать не будем. Мы можем добавить здесь пенек, да, чтобы, опять же, как-то уменьшить свободное для хождения персонажей пространство, но при этом сделать это логичным. Допустим, здесь росло дерево, и его, чтобы оно не мешало, ну, во-первых, окну не мешало, не упало на крышу и так далее, его просто спилили, поэтому здесь пенек. Ну и плюс пенек, это всегда можно посидеть, это можно что-то на нем разложить, что-то сделать, то есть это довольно логичная будет постройка. Что еще нужно нам с вами сделать теперь для еще пущей красоты? Анимация дыма из трубы. Ну, для этого мы, естественно, перейдем в режим событий. Здесь на трубу прям нажмем. И здесь у нас есть изображение. Единственное, что из-за того, что мы добавляли в прошлом уроке целую кучу всяких интересных историй, мы, нам придется вот как бы найти этот дым, пролистать целую кучу всяких разных животных. Потрясающая коллекция. Потом, где ее найти, вы прекрасно можете посмотреть в прошлых видео. Но нам здесь интересует именно дым. Не животные сейчас, а дым. Кстати, можно будет каких-нибудь уточек тоже добавить впоследствии для того, чтобы они плавали по воде. И каких-нибудь рыбок на деревья тоже можно будет посадить. Рыбок, птичек на деревья можно посадить. Так, вот. У нас тут появляются двери, появляются всякие огоньки, большие рыбы. Аза. И здесь в Азар есть дым. Мы берем белый дым. Двигается стоя. Самая высокая. Ну и нормальная скорость. Теперь у нас будет дым. Но мы делаем приоритет над персонажем. Над персонажем. Почему? Потому что, когда мы будем проходить сзади, если мы будем, а здесь у нас остается возможность пройти сзади, дым будет над нами. Давайте быстренько сейчас я накидаю деревьев. Засажу здесь все вот это пространство. В автоматическом режиме это третий слой получается, потому что мы на втором рисовали горы, чтобы... На всякий случай напоминаю. Поэтому я и говорю, что вручную делать это гораздо более эффективно с точки зрения понимания, где у тебя что как расположено. Можно поставить какой-то камень вот здесь вырос, да, здесь какой-то пенек пусть упадет. Вот здесь тоже пусть как будто бы что-то росло да упало. Еще что-то. И давайте сделаем что-то на воде, потому что, возвращаясь, да, к вопросу о реальности, в то время... Не очень-то чистили реки, воду, то есть не занимались чисткой каналов, и поэтому вполне логично, что река, пусть где-то, пусть не целиком, но подзаросла какими-то кувшинками, например. По берегу, да, вот она, кувшиночки, здесь какой-то тростничок зарос, да, как-то вот что-то такое. Здесь тоже где-то тростничок растет ближе к берегу. Ну, какой-то там такой формы, да. Здесь тоже какой-то тростничок вырос. Самое чистое пространство это там, где забирается вода. Ну, вот здесь какая-то там будет. Ну, тут многовато нарисовали. Так, второй мышкой нажимаем и, соответственно, красим. Ну, что-то здесь как-то вот так сделаем, да, вот тут немножко сделаем. Ну и вот, пусть тут что-то плавает, какая-то история. Здесь тоже можно сделать заросшее.
кувшинкой. Ну, кувшинка это, наверное, все-таки не очень органично. Давайте что-то похоже на тростник, да. Это я не знаю, что это за трава такая. Но похоже на тростник, и ладно. Что еще можно сделать? Во-первых, для красоты, конечно же, мы сделаем вот такие вот, не знаю, трава это или что, или дорожки. Просто в рандомных местах тоже делаем какие-то вот такие небольшие штучки. Красим, скажем так, землю, чтобы она была неоднородной. И, к сожалению, да, вот такого рода трава здесь одного единственного цвета, других нет. Но зато куча вот таких высоких цветов, в которых наши герои, когда будут ходить, будут утопать немножко наполовину тайла, соответственно, в этой траве, в этих кустиках. Вот, их тоже можно разбросать, они тоже прикольно смотрятся, они тоже разнообразят нашу, соответственно, локацию, делают ее более живой, более насыщенной, более интересной. И при том, что их несколько видов, соответственно, они еще и дают разнообразие на локации. Это все мелочи, которые очень важны в хорошем качественном маппинге, особенно на уровне вот подобных историй, когда мы работаем с РТП, то есть с теми ресурсами, которые у нас идут из комплекта. Вот здесь кувшинки красивые добавим, да, соответственно, цветочки, все любят цветочки, они яркие, они привлекают внимание, это замечательно. Большие кувшинки тоже можно посадить, вот они здесь плавают какие-то, да. Рыба будет, кстати, заплывать и в кувшинке в том числе, за счет того, как она сделана и так далее. Пустое ведро тоже может быть вполне логично где-нибудь вот здесь, у курятника, да, чтобы, соответственно, можно было что-то сделать. В курятник тоже нужна дверка, пусть это будет такая скругленная дверка, хотя это будет некрасиво смотреться. Давайте сделаем дверку все-таки вот здесь посерединке, а вот эту решеточку вот здесь сбоку, да, то есть, ну, не очень хорошо смотрится из-за вот того, какая здесь у нас выбрана стенка, да, то есть это срубчик такой. Поэтому давайте мы просто сделаем здесь в крыше вот такую тоже окошку, через которую там какой-то свет будет попадать в курятник, потому что свет все-таки и курям тоже нужен. Ну и давайте теперь просто я быстренько насажаю деревьев, потому что у нас же все-таки лес кругом, да, у нас есть всякие деревья. И опять же, да, мы деревья высаживаем таким образом, чтобы они частично закрывали нам проход там, где бы мы не ходили, чтобы наши герои могли ходить. Например, вот здесь. Здесь можно будет сделать какую-нибудь зайку или что-нибудь такое. Ну, то есть какого-то зверька посадить, чтобы он там бегал и тоже как бы создавал некоторые интересные эффекты. Ну, здесь можно поставить куст, который будет запрещать проход. И теперь получается, что у нас проход на следующую локацию вот только в одной единственной клетке. И нам не придется делать много различных переходов, использовать для этого регионы или какие-нибудь другие средства. Для того, чтобы было более таинственное вот это пространство, мы здесь тоже какие-то деревья посадим, правильно? Вот таким образом. Ну, вот как-то так посадили. Деревьев должно быть достаточно много. Они должны расти достаточно плотно, потому что мы уже об этом говорили, да? Природе плевать на всякие ваши хотелки. Она растит там, где захотела, столько, сколько захотела. Здесь можно сделать какой-то костерочек. Для костерочка тоже предположение мое предполагается, да, наверное, что вот у нас будет какое-то небольшое такое вот пространство. Такое, да, где уже выгоренная земля. Поставим здесь какие-то камешки. На камешки поставим костерок. Чтобы, ну, костерок всегда нужен. Костерок это весело, костерок это круто. И, соответственно, мы можем тут какое-то пространство сделать. Еще одну выгребную яму. Чуть дальше от воды. Вот где-нибудь вот тут. Пусть она тоже будет. Она нам не помешает. Разумеется, здесь будет какой-нибудь старый пенек заросший. Здесь пусть будет растет красивый кустик. Люди любят красивые кустики. Вот он вырос, они его, соответственно, здесь и взяли. Сено. Тоже можно поставить какой-то небольшой сток. Вот здесь, например. Он нужен, например, чтобы курей там подбрасывать курям что-то. Для этого мы, кстати, можем здесь, да, немножечко изменить заборчики, тоже сделать вот эту вот историю, да, и, соответственно, сделать заборчик такой небольшой. Это чтобы отгородить наши вот эти замечательные стога от курей. Но они нам тоже пригодятся, эти стога. Сейчас мы не предполагаем с ними взаимодействие, но, в принципе, если бы мы предполагали взаимодействие с курями, мы могли бы вот этот и вот эти вот заслоночки сделать в виде ивентов, для того, чтобы их можно было открыть и пройти.
Но, тем не менее, вот, казалось бы, такой простенький домик, в котором кто-то живет, какой-то маленький курятник, а вон какое большое пространство уже занимает, и оно уже смотрится вполне органично. Понятное дело, что бывают и другие поселения, и другого формата, но мы предполагаем, что у нас все-таки какое-то такое условное средневековье. Здесь, кстати, вода не может быть настолько чистой, потому что здесь куча деревьев рядом растет, и здесь бы тоже не мешало посадить какие-нибудь кувшинки, хотя бы чуть-чуть. Каких-то кувшинок, посадить немножко вот этой нашей замечательной травы. И, в общем, как-то так. И давайте еще немножко накинем каких-нибудь красивых зарослей, порослей. В общем, что-нибудь такого. Но их особо сажать некуда, но вот разве что здесь на дом что-то там начало зарастать, потому что дома тоже, они зарастать имеют некоторую привычку. Разумеется, мы здесь тоже так вот кинем полено какое-то, что-нибудь еще. Вот тут дерево посадим, почему бы оно здесь, почему бы ему здесь не расти, да? Вот такое дерево посадим, какое-то дерево здесь посадим, что-то сюда забросим. Не на дорогу, конечно же, а куда-нибудь сюда. Посадим какой-нибудь куст, воткнем очередной камень. Заполняем пространство максимально плотно. Почему? Потому что это позволит сэкономить пространство для игрока. То есть игроку будет не так много мест, где ходить. И, соответственно, мы сможем более точно выставлять различные точки интереса. То есть привлекать внимание игрока к тому месту, куда мы хотим его направить. И чем меньше у него свободы действий, тем лучше. Хотя, конечно, тут есть некоторый парадокс. Кто-то может сказать, ну как это, свободный мир, все вот это вот, чтобы у игрока должно быть пространство, он должен ходить. Но в этом и тонкость. Да, мир действительно должен быть открытым и свободным, но он должен при этом быть не просто процедурно сгенерированным, бесконечным, да, одинаковым и однообразным, а продуманным, чтобы игрок не мог ходить туда, куда ему не стоит ходить, чтобы он не отвлекался от игрового процесса, чтобы каждый шаг подсвечивал ему какую-то точку интереса. И чем меньше свободного пространства для движения, тем больше возможностей эти точки интереса раскидывать. Ну, мы должны создать не визуальный, но смысловой лабиринт. Да, в котором игрок не то чтобы может разбежаться, но при этом может ходить свободно, куда хочет, и при этом обращать внимание на маленькие детали. И поэтому, да, мы выставляем довольно плотно, то есть оставляем, конечно, игроку возможность где-то пошариться, что-то походить, куда-то поискать что-то, где-то что-то сделать, да, но при этом все-таки стараемся сделать так, чтобы пространства на локации оставалось не так много. Опять же, вспоминая плотность застройки. И плотность того, как, например, в лесу растут деревья. Просто посмотрите, сходите в лес, если вы вдруг давно там не были и забыли, как выглядит настоящий лес. Вы, может быть, даже удивитесь, что бывает такое, что пространство довольно плотно занято всякими деревьями, упавшими и не упавшими. К сожалению, разнообразия нам хватать не будет по понятным причинам, потому что это все-таки РТП, набор графики, и тут прям чего-нибудь суперинтересного сделать довольно сложно. Вы сами замечаете, как мало всего у нас есть. Мы можем бросить какой-нибудь скелетик вот тут, да, наверху. Вот. Мы можем поставить какой-нибудь камень еще вот такой. Да, тоже для разнообразия, чтобы не только такие камни были, но и какие-то такие. Камень — это тоже хороший ресурс. Он всегда может пригодиться. Мы еще раскидаем каких-нибудь деталей и мелочей. Где-то у нас там были какие-то камешки, да, вот камешек бросим сюда, тут где-то вот здесь пусть будут какие-то камешки. Что-то такое. И, разумеется, логично предположить, что здесь должны быть какие-то дрова у ребят. Пусть они здесь будут. И здесь как раз-таки ребятам можно уже поставить какие-нибудь ящики. Ну, допустим, вот такой большой ящик. Такой небольшой ящик, поставить тут какое-то ведро пустое, ведро с водой, естественно, потому что оно может быть нужно в любой момент, потому что большая обзорная башня, да, она все-таки следит за чем-то, и тоже что-то должно что-то есть, что-то там складывать, поставить можно какую-то бочку вот тут тоже рядом, да, разумеется, почему бы не поставить нам какую-то бочку вот здесь, потому что здесь есть пространство для нее, и логично, что на территории там поселения, на территории какого-то дома есть обязательно какая-нибудь бочка, какой-нибудь контейнер, в который можно что-то сложить, что-то положить, что-то сделать.
Не забывайте добавлять и такие маленькие детали. Могилки мы здесь добавлять не будем, не имеет особого смысла, потому что это все-таки... Тогда, даже тогда люди понимали, что трупы должны быть отдельно, потому что они портят почву, и, в общем-то, ничего хорошего нет. И захоронения обычно происходили где-то в другом месте. Можем накидать всяких вот таких сухих травинок, потому что немало сухой травы бывает, да, в мире, когда вы гуляете по улице. И, в общем-то, что мы еще можем добавить? Тоже можем какой-нибудь открытый ящик положить, ну, где-нибудь вот здесь, да, еще меньше свободного пространства. И давайте еще добавим двери. Перейдем в режим редактирования событий, шаблон, установить начальное положение, шаблон событий, дверь. И вот здесь у нас есть такая дверь, но мы возьмем дверь попроще, вот такую. Здесь, а вот здесь уже можно сделать более качественную дверь. Шаблон событий, дверь. И вместо такой двери уже более симпатичную, более качественную дверьку поставить. Ну вот такую, например. Да, ну и, во-первых, чтобы они были немножко разнообразными. Далее, ну тут, видите, подписана дверь деревни. Мы, кстати, не подписали вот этот ивент, это дым. Давайте напишем smoke. Ну и, наверное, здесь тоже переименуем в doors. Door. Ну здесь оставим door просто, а здесь напишем door house. Вот. NPC. Про NPC мы тоже говорили уже много в прошлом блоке. Ну, сейчас повторяться особо не буду. Просто давайте создадим вот здесь, например, NPC-шку, какую-нибудь птичку. Bird flying есть, а есть bird не flying, да? Bird types. Это утки всякие. Ба-бам-бам-бам-бам-бам. Бэйби-чики. Давайте так вот походим, поищем какую-нибудь подходящую птичку, которая будет сидеть и что-то делать. А, ну тут не только летающие. Ну вот давайте вот эту птичку сюда и посадим. И двигается стоя. Случайно. Нормальная, максимальная. Над персонажем сделаем. Направление взгляда останется. Ну, здесь, наверное, без движения сделаем все-таки. Вот у нас здесь будет птичка. Напишем bird. Ну, и на этом, наверное, будем заканчивать. В общем, общая теория, я думаю, ясна. Во-первых, старайтесь понимать, не работать не только в режиме автоматического, да, наложения, но и в режиме слоев, чтобы понимать, как это работает, что на каком слое. Потыкайтесь. Прежде чем делать автоматически, ну, то есть в режиме автоматическом, да, вам стоит понять принципы работы, принципы того, как, какой и куда ставится, потому что иногда будут возникать ситуации неоднократно, когда что-то будет на что-то находить, как-то друг друга заменять, и это будет вас раздражать, потому что это будет не то, что вы хотите. Именно поэтому я рекомендую работать на отдельных слоях. Это не всегда очень практично и удобно с точки зрения видения картины в целом, но... Вот с точки зрения видения того, где у вас что расположено технически, это гораздо более полезно. Рекомендации. Заполняйте пространство плотно. Давайте я даже попробую включить эту карту, чтобы мы посмотрели, как это выглядит. Да? Заполняйте пространство плотно. Заполняйте его интерактивно и логично. Природные массивы обычно рандомные. Да, рандомный рост деревьев, рандомные реки, рандомная история, связанная с тем, что какие-то пеньки где-то упали, где-то какая-то скала выросла, какое-то дерево, что-то такое, да? Вот у нас, кстати, рыба плавает, видите, сама по воде. Мы там пройти не можем. Чтобы научиться, это нужно пойти посмотреть уроки по синьору. Здесь можно пройти сзади. Вот помните дым, да? Который над персонажами. Здесь можно вот так вот пройти, обойти все. Здесь тупичок, но это логично. Да, он здесь нам и нужен. Ну, как бы вообще нелогично здесь из-за того, что вот эта вот крыша, она непроходимая, да, в отличие вот от этой как раз-таки крыши, да. Именно поэтому я предпочитаю использовать вот такие крыши, да, чтобы мы могли за ними пройтись. А не вот эти вот, через которые нельзя пройти.
Вот тут в траве можно вот по пояс встать, видите, мы в траву, в кусты по пояс становимся, вот бегают курочки. Мы потом этих курочек сделаем еще интереснее, вот птичка тут стоит, что-то там живет, да, тоже сделаем гораздо более интересно. Вот у нас будет проход сюда, вниз, да, останется возможность, и останется возможность уйти вправо. У игрока не так-то много вариантов, как уйти с этой локации, да, уйти оттуда, откуда пришел, уйти вот сюда в потайной не... очевидный путь. Ну, он достаточно очевидный, но не очевидный. И вот сюда направо. Это еще одно из небольших правил, да? Когда вы планируете локацию, постарайтесь сделать так, чтобы было игроку понятно, куда он может идти, а куда не может. Где он может пройти, где не может. И тогда разные потайные проходы будут считываться с точки зрения логики. И ваши игроки смогут эти... проходы находить. Да? Что я имею в виду? Давайте закроем. Что я имею в виду находить? Вот видите, здесь у нас есть проход, и он логичен. А представьте, если бы у нас было все визуально, вот весь край карты визуально был проходим. Но где-то можно было бы пройти, а где-то было бы нельзя пройти. И это бы негативно сказывалось на понимании игроком, а где можно пройти, где нельзя пройти. Поэтому я всегда рекомендую заполнять участки, где не подразумевается проход, чем-то таким непроходимым, но логичным. Для того, чтобы игрок видел, что ага, вот здесь у нас проход есть, о, а вот это местечко подозрительное, здесь вроде бы нет прохода, но вроде бы можно пройти. Дай-ка попробую. И он пойдет, любопытный игрок, и попробует. И окажется, что да, действительно, здесь логично, что здесь вроде бы можно пройти, визуально не очень понятно, но зато можно. Да? И вот этот секретный проход. Таким образом их сделать можно. И они будут считываться внимательным и таким заинтересованным игроком, в отличие, например, от проходов, которые... Вот у нас есть целый угол, 20 тайлов, да, и все визуально проходимые. Но по факту переход там где-то только в одном месте, да? В таком случае прятать всякие интересные решения будет довольно проблематично. И я рекомендую этого не делать. Кстати, давайте для логики здесь все-таки вот поправим эту вот крышу, да, и сделаем здесь проход. Да, чтобы можно было все-таки пройти. Потому что так будет логичнее. В будущем удобнее нам в следующем уроке. Так, по маппингу для джуниоров все вот... вот базовое. Да, это то, что вы можете делать сразу из коробки. В принципе, получается даже не очень-то плохо. Понятное дело, что довольно быстро вы захотите расширить вот эту вот всю базу ресурсную, расширить интересными всякими тайлами, тайлсетами, чтобы было больше возможностей делать, потому что, как минимум, у нас еще есть D и E пространство, о которых мы тоже поговорим, но поговорим уже в уроке Middle, где разберем, как добавлять свои тайлсеты, как настраивать у них проходимость, что там за что отвечает, вот эти вот все штуки. И плюс мы еще поговорим, как сделать... наверное, просто поговорим о том, как просто вот взять и добавить все эти тайлы в следующем уроке, в таком в медловом, да, а вот о том, как сделать это все еще гораздо более интересным, гораздо более живым и насыщенным, поговорим в синьор уроке. Ну, а на сегодня, я думаю, что все. Итак, получилось довольно много практики. Ну, скорее, теории больше, конечно, практики тоже довольно много. Вы попрактикуйтесь, посоздавайте, посмотрите референсы в интернете, как выглядят деревни, почему плотная застройка это, ну, правильно. Может быть, почитайте об этом, скажем так, не знаю даже, как сказать, о архитектуре древних поселений, да, средневековых. Посмотрите, как выглядели скотные дворы, как выглядели там различные вот истории, связанные с такими... деревнями, хуторами и прочим, чтобы больше и понимать, как это вообще должно работать. В общем и целом, разрабатывайте свою насмотренность, свое понимание окружающего мира, это очень-очень полезно, и пытайтесь реализовывать это в виде карт, на которых ваши игроки будут чувствовать себя, словно они в реальном каком-то живом мире, а не в каком-то странном. Ну, скажем, здесь, да, тоже такая плотная застройка, интересная. Это вот из шаблона, да, какие-то кусты, но уж очень блатной городочек получается. Крыши черепичные, на, посмотрите, каменные, дороги вымощенные. Тут какая-то нереальной красоты мозаика, да. Тут каменный дом какой-то крутой вообще. Ну, судя по всему, это кузница, да. Тут какие-то каменные, чуть ли не мраморные пьедесталы. Это все
очень богато. Невероятные фонари, просто нереальные. Это очень богатое должно быть поселение. И поселение из 6 городов просто не может быть настолько богатым. Ну, если мы не говорим о каком-то колдунском мире. Опять же, здесь практически нет еды. Да, то есть, а откуда вот этот городок берет еду? Посреди дикого леса непроходимого, да? И так далее и тому подобное. То есть логику тоже нужно подключать. В нашем все понятно, откуда он берет еду. Вот у него здесь курочки. Вот у него здесь растет какая-то морковочка. Вот огородик у него есть. Вот у него река с рыбой. Она вот здесь плавает. Вот здесь какая-то птица есть. Яйца, соответственно, можно найти дикие. Там еще что-то. К сожалению, здесь нет разных ягодных кустов. Но они будут потом. В общем, постарайтесь сделать как можно больше насмотренности, попрактикуйтесь в создании карт, не делайте сразу большие карты, их тяжело наполнить интересно, плотно и гармонично. Делайте карты, которые влазят в зрение игрока, то есть если это наружные карты, как бы городочек, лесочек, делайте их примерно по разрешению экрана, либо чуть больше, но меньше это смотрится не очень хорошо, появляются черные углы, ну, черный периметр. Это нормально смотрится в помещениях, но старайтесь подгонять карту под разрешение вашей игры. Для чего? Для того, чтобы не перегрузить ее событиями. Потому как, да, все-таки есть вопросики к производительности, когда очень много событий, а когда мы делаем хороший сеньорского уровня маппинг, когда мы до него дойдем, применяя там еще и сеньорского уровня NPC-шек, добавляя туда всякие интересные решения, нагрузка на производительность будет достаточно высокой. Будут параллельные события, много будет просто событий. Они все будут двигаться, что-то делать, какие-то у них будут происходить истории. И это будет на большой локации, это может действительно нагружать системы, ну, достаточно слабые. Или, например, не очень хорошо работать в браузере и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому локации нужно делать не супер больших размеров, а оптимальных. Оптимальный размер — это то, что входит в поле зрения игрока согласно вашему разрешению игры. На этом будем прощаться. Задавайте вопросы, пишите комментарии, делайте свои предположения, делитесь, может быть, ссылками на свои карты или что-нибудь такое, закидывайте идеи друг другу, обсуждайте этот вопрос. В споре рождается истина, но скорее не в споре, а в обсуждении, в дискуссии, которую я предлагаю вам развернуть здесь, в комментариях, либо вступить в нашу группу ВКонтакте. Там у нас есть беседа, либо присоединиться к нашему Discord-серверу. Ссылки есть в описании. Подписывайтесь, делайте вот эти все прекрасные вещи, делитесь материалами и смотрите прошлые материалы. Также можете подписаться на Boosty или Patreon, в зависимости от вашего региона, для того, чтобы получать доступ к дополнительному контенту, который там начнет появляться. Там будут и платные возможности, и бесплатные. Бесплатных тоже там довольно много. Даже сейчас на Boosty есть всякие интересные плагины, которые наверняка можно достать бесплатно. Но за маленькую сумму там точно есть куча всякого интересного, но это уже другая история. На этом будем прощаться. С вами был я, Владимир Гросс, Nemeta Projects. Уроки по RPG Maker MZ, блог про маппинг, джуниор уровень. Пока-пока и скоро увидимся.